Вот здесь у нас и фонтанчик идет, да? Ну, это монообразователь. А фонтанчик сколько стоит отдельно, или это просто так подведено? Под заказ он стоит 1200. Под заказ 1200 стоит. Да, вот туман искусственный, да? А туманообразователь сколько стоит? Тоже такую продукцию. Тоже такая же цена. Вы видите, как красиво получается. Полностью аквариум. И туман, и водопад, и мхи растут, и анубиасы. И рыбка там, пантодон, плавает, это рыба-бабочка. Сколько она стоит у нас? 800 рублей. 800 рублей штучка. Отлично, как в джунглях. Он... Это полидарин. Да, полидарин, очень красиво. И пар идет, и туман, и водичка. Очень-очень красиво смотрится. Ага, Кость, а вот это желтенькие, что за цихлитки? Как они называются? Это цихлозома северум. Северум. Дорогие, почем они? 400 и 500 рублей. 400 и 500. А вот это вот синий, полосатый. Называется растрата. Растрата. Редкая очень рыба. Это редкая рыбка. Цена тоже, наверное, 700 рублей штучка. Это мальчик, вилочки. И вот это вот цихлозомка тоже, наверное, да, какая-то. Моногуанская цихлозома. Красавчик. Ага. Сейчас тогда дойдем еще. Костя, вот это горбатый. Лобастый. Радужная цихлозома, да. Барбус акулибала. Барбус акулибала. Оренокский краснокосный сом. Краснокосный сом. Попрятались по норкам. Скалярки, да? Скалярки, метинисы. Метинисы. А скалярки почем? Это не скалярки, 80 рублей штучка. 80 рублей штучка. А метинисы? Метинисы 100 рублей. Метинисы 100 рублей. Подручные, крупные. Да, метинисы хорошенькие, крупненькие. Там это маленькая цихлозома северум, малыши. Там вверху большие были. Угу. И такие по 80 рублей красавцы. А это попугайчики красные, да? Попугай трехгибридный. Трехгибридный попугай. Почем они? 600 рублей. 600 рублей штучка. А эти? Остромотусы. Это золотой остромотус, да? Это красный или... Оскар альбинос. Красный альбинос. И красный Оскар альбинос, тигровая краса. Тут два вида. Один такой вот более как леопардового и полностью красненький. 400 рублей штучки. 400 рублей штучка. Самый челленджер. Он за акулисом. А то акулисом, да? В уголку плавал. Да, почем они? 450 рублей. 450 рублей.
Совесть очень активна, всегда на виду, в отличие от других самолетов. Не прячется, все время да. Плавает, да? Ну, растут, конечно, большие растут, да? Ну, это для больших аквариумов. Ну, тут как гусяна рыба тут, для больших аквариумов. Ага. Водится у нас травка. Эхинодорусы. Анубиасы. Папоротники. Ну, пока все. Папоротники. А средняя цена, допустим, папоротника, анубиаса? Ну, сколько так, в среднем от 50 рублей. От 50 рублей до 200 рублей. Ясненько. Там еще и рыбка плавает какая-то. Ну, водоросли. Водоросли, ебно. Костя, это что, золотой леопард, да? Золотой леопард, ну, цена какая? 200 рублей штучка. 200 рублей штучка. Красивая рыбка. Сильно хищная, не? Ну, как цихлиты, как цихлиты, да? Цихлиты относительно, как цихлиты. Одним словом, будешь кормить, не будут никого есть. Ну, как сказать. Вот. О, Костя, это что это такое? Это у нас полиптерусы. Полиптерусы. Под мочалочкой белые, это альбиносы и сенегальские. Это вот альбиносная форма обычная. А это у нас самый настоящий динозавр. Да, полиптерус англихер. Он и похож на динозавра. Это же есть, это живое ископаемое. Рыба, которая еще со времен динозавров, очень древняя рыба. И сколько такое стоит? Значит, обычные полиптерусы 500 рублей, альбиносы 600, англихер 1200. 1200. О, красавцы, да? Едят мясо, курицу. Ну, в общем, мясные, да? Наверняка и мелкую рыбу тоже подожжали. Будут хорошие. Это тут маловицы, не? Да. Маловицы. Тут тоже ребята палят разные плоды, шустрые. Постоянно хотят есть. Все время ненасытно, да? Их хорошо в бассейне с комсо держим. Ну да. Цена им тоже, наверное, рублей. 200 рублей. 200 рублей штука, да. Демократические. Красивые рыбки. А здесь крабы сидят, да? Как название его? Радужный. Радужный краб, да. Пресноводный краб. Это пресноводный радужный краб. Живут в пресной воде. И сколько его цена? 1000 рублей. 1000 рублей штучка, да? Очень шустрые. Любят убивать. С аквариума, надо закрывать, да, все время. Обязательно шум. С малейшей щели может выскочить. Бегают очень быстро. Да я тоже когда-то купил, держал их, потом раз нету. Недели через две под кроватью нашел. Сухой уже. При поимке могут сильно щипаться клешнями. Очень-очень называется. Когда ж ты текаешь, а? В свое убежище. Крабики. А это маленький крабик. Это называется краб мангровый. Мангровый крабик. Это более мелкий собрат радужного краба. Тоже краб пресноводный. То есть они как-то не сильно агрессивные, даже можно держать с рыбой. А, до свидания. Ну а сколько это стоит этот маленький? Такой 500 рублей штучка. 500 рублей штучка, да? Так вот можно оформить, интересно, полидариум с коряшками. Да, очень красиво они смотрятся, когда отдельно.
Ну там еще за фильтром спрятались. Ну там много, ребята. Ну попрятались, не хотят позировать. Узнали. Рыбка-змея, да? Она самая. Каламана рихта, да? Тоже рыба древняя, как полиптеруса. И сколько она стоит? 700 рублей. 700 рублей. Как уж, да? В общем-то, похож на каламан. Тоже мастера побега. Да, а эти такие с узкой выскочат сразу. Вот вылезти даже с той щели, которая, кажется, не должна выскочить. Это водичка здесь немножечко не долит. Все. Залез в фильтр, спрятан. Так, здесь золотая рыбка. Вижу, вот белая комета, да? Да, и классические. И классические, обыкновенные золотые рыбки. Еще один есть золотой карась. Ага, и почем он? 80 рублей. И эти золотые по 80, да? Ага. По-моему, телефончик тебе звонит. Ну вот, красавчики какие. Золотые красавцы. И здесь вот золотые рыбки, арандочка, ранчо, вижу, плавает, да? Так же самое, это маленькие телескопчики. Телескопчики черненькие, маленькие. Еще не окрасился. Вот они все красивые. Цена? Ну, это под 50 рублей. От 50 рублей и выше. Снимаете? Снимаем. А ну расскажи название, кто тут у нас. Тоже малавийские циклиды сидят. Йеллоу, динасоны, зебры, кривоваса, ауракуса. И цена их не? 40 рублей. 40 рублей за штучку. Немножко нам побольше. А большие вот те, что вот с красными боками. Вот это вот. Похоже на арку, не на арку. Одним словом тоже маловийцы, только покрупнее идут. Ну, соответственно, цена немножко побольше. Это также 200 рублей, которые побольше. Большие 200, поменьше, меньше. Поменьше 50-100 рублей. Угу. От размера. Ну да. Вот он, тритончик испанский сидит. Дверь очень интересная. Очень красивый когда-то. Я их когда-то разводил. Вон. Не, я брешу, я аксолотли разводил тритоновыми. Парочка ксенопомы. Вон она сидит за подогревателем. Вон. Ага. Это ксенопома леопардовая. Зверь из семейства лабиринтовых. Ну, хищный.
стеклянная тетрадь. Тут стеклянная тетрадочка, белая тернеция. Классическая, сейчас в основном все. Химиграмму Шольца, черный неон, разборки. Стеклянная тетрадь. Стеклянная прианобрама, да. И почем эти тернешки? Из рыбки 25 до 35 рублей. От 25 до 35 рублей штучка. Вот они, разборы гетеринофора. Скалярки у нас разные, и желтые, и белые, и рябые. И какая цена им? 40 рублей штучка. Любая, причем любого цвета, любая. Есть увалевые, есть неувалевые, всякие есть, очень красивые. Здесь карпы, караси, карпы, да? Карповые. Почем они? Удала рыбка, 250 штучка. 250 рублей штучка. Красиво. Я тоже держу карпу дома. Уже в этом году не листил их. Тут вроде как голубые, да, получается, будут. Так, здесь у нас красная пицилия, целующий гурам, да? Радужные, сиамские водорослееды, борцы, клоун. Это ж гурам целующий, да? Да, причем баллонный. Дисковый или баллонный, как их там сейчас называют. Ну, на чем эти грамчики? 60 рублей штучка. 60 рублей штучка. А пиццельки красненькие? 50 рублей. 50 рублей штучка. Боцы почем? 300. А водорослееды? Даже 300 это были, которые побольше, это поменьше, даже 280. Маленькие 280. А водорослееды? 50 рублей. 50 рублей. Здесь у нас неонки. Это рассылки Брухиса. Брохиши. Это Венесуэла, я вижу. А, брохиши там спрятали. Да, Венесуэла. То боцы, да? Боцы, это что, боцы, мутант? Мутант. Боцы, мраморная, кованая. Ну, смешанная мраморная с клоуном. Получается вот такие вот гибридики. Неонки. И брохисы вон они плавают вверху. Вот они спрятались от нас куда-то. Так, здесь у нас данюшки. Желтые, голубые, обычные, тернеция красная, неоны, боцы. Придонные жители сомики панды. Сомик панда здесь есть. Обычная самая глупая мраморная, тарахатовая. Все попрятались сразу кучи.
Ну, это цветные ГМО. Глофиш, да. Барбусы тоже глофиш. Сумики платидоросы. Платидоросы спрятались в уголку. Здравствуйте. А платидоросы по чем? 75 штучек. 75 рублей штучка. Ну, что и дед пускай пусть. Здесь у нас гупики находятся разноцветные. Цена какая? 25 рублей. 25 рублей штучки. Барбусы. Суматранские, мутанты, альбиносы, белые и барбус панда. Косаточки еще сидят у нас под мочевочкой. Косаточки прятались. Попробую их. Ну давай. Все-таки сумик такой. Вытрушиваю. Любят спрятаться. Дагами их звездочные. Фильтров. Не отковыряешь их от фильтра, прилипли. Так как-то. Разбежали, страшно стало. И почем эти сомики? Такие 100 рублей штучки. 100 рублей штучки. Подрочные. Угу. Вот эфирки белые, да? Меченосы, пицели, малиневи. Травчатые сумики. Травчатые сумики. Цитрусы. И хиленки немножко. Личные улитки. Улитки хилены есть тоже. Зеленые плавают. Да, здесь жемчужные гурами, драмонные гурами, золотые гурами, ампулярии. Гурамчики почем жемчужные? Жемчуг 40 рублей, обычные по 30 рублей. 40 рублей, 30 рублей. Вот эта эстакадка, здесь находятся петушки. Самые красивые петушки в городе. Да, самые красивые в городе петушки. Прятались. Это какой кольчужный игольчатый? Как? Кольчужный игольчатый. Кольчужный кто? Петух. Крах у вас там? Коронохвостый, о, коронохвостый петух. Двухвостый, синий. Двухвостый, синий. А дельта, это красненький, это дельта. Дельта, наверное, синий, да? Раз на темную маму капли.
Видишь, когда зайдешь свет, выйдешь темный. Видишь? А то с темный тут наоборот. Хвост тоже. Да, двух хвост. Немножечко петушок голос. Позвольный. Первых два хвоста. Здравствуйте. У вас мотыль не мелкий есть? У вас помотыль. Не такова, что не нужно. У вас заморозка есть, но там было немножко еще меньше цветов. Да, я мотыль не мелкий. Я сама так подумала. Здесь у нас разбора галактика, по-моему. Нет, это электромикрон. Это галактика, что без очков не вижу. Или... Это галактика да, сидит. Да, это галактика сидит здесь. Ну и микрон и галактика там ее. Да, я смотрю, микрон вроде похож на галактику. Вот это, который вот, внизу. Угу. А ну сейчас не микроны, здесь только микроны. А почем галактика? 50 рублей штука. 50 рублей штучка. Так, что у нас тут? Здесь тоже и галактика, и микрончики плавают. С креветочками, дрогнанный аквариум, креветочки. Да, креветочки, здесь креветочки еще плавают. Там в магазине продается и заморозка. Вот гамару замороженный. Сколько стоит, Кость? 65 рублей плиточка. 65 рублей плиточка. Маина замороженная. Тоже, наверное, да? Вся заморозка 65 рублей. Вся заморозка стоит 65 рублей. Вот циклопик, креветки. Ну, есть мотыль, замораживаем сами. Криль. Артемия. Также есть еще мотыль, который сами замораживают. Цена 50 мотыль... рублей плиточка 100-граммовая. Ну, как бы, цена 50 рублей плиточка 100-граммовая. Так что приходите, покупайте.
даже немножко лучше. Угу. Посхватить. Ну вот, а вот большой аквариум. Костя, на сколько он литров у нас? 550 литров. 550 литров. Полтонник. Видите, как красиво стекло полукругом сделано. Сколько он стоит? 16 тысяч. 16 тысяч комплект полностью. С тумбочкой со всеми. Аквариум был, что на хорошем состоянии. С крышками со всеми. Не цена за него. Коряга в стоимость не входит. Да, коряга, главное, не стоимость не сходит. Желейные, я смотрю, есть. Всевозможные сокусы. Песок есть, да, сено, солома. Да, да, да. Также есть игрушечки для животных. Игрушки есть для животных, вон они. Мисочки. Миски, тарелки, блюдца, все. Только заводите и кормите. А так все есть. Ну, в принципе, да.